Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу о предприимчивом таксисте и умной остановке. Каршеринг – вещь очень полезная, такая же, как поливитамины. Нужна тебе машина на полчаса – бери, пользуйся и передай другому. Но живет в Москве один товарищ, который решил использовать подобный автомобиль совсем в других целях. Владелец одного из таксопарков был задержан доблестными полицейскими в тот момент, когда крал с прокатной машины запасные части. Самое интересное то, что ловит его за этим уже в третий раз. Если первые два ему это сошло с рук, то теперь в компании решили, что пора обратиться в органы. В компании, представляющей услуги, отметили, что он не первый такой умный. С их автомобилей постоянно пропадают щетки стеклоочистителей, элементы отделки, шильдики и прочая мелочь. Колпаки на колеса владельцы компании снимают сразу, как машина к ним попадает. За все остальное отвечает цепь датчиков, которые подают тревожный сигнал, если хотят украсть, например, мотор. На Невском проспекте в Петербурге появится умная автобусная остановка. Пока одна на весь проспект. Объект будет оснащен информационным табло, Wi-Fi-точкой с высокой скоростью передачи данных и даже пунктом подзарядки гаджетов. Чтобы ничего не сломали или не украли, остановка будет оснащена 4 камерами наблюдения, а для красоты ее оснастят светодиодной подсветкой. Идея подобных остановок не нова, и они появляются все чаще. Дальше всех, конечно же, ушли власти Арабских Эмиратов. Их остановки общественного транспорта представляют собой закрытые павильоны. В них установлены аппараты с едой и водой и терминалы по продаже билетов. А главное, там есть кондиционеры. Ну, тут как раз понятно. Для страны, где средняя температура воздуха близка к кипятку, это актуально как никогда. В нашем случае, особенно на севере, умные остановки должны не только обеспечивать выход в интернет, но и попытаться обогреть пассажира. Для этого ее можно сделать достаточно тесной, например. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».